протесте я вышел и сказал, что мы будем собирать в парке людей, которые не могут заплатить за отопление. Все поняли, почему он пришел? Да. А что это закон такой, я прошу? Что? Что закон? Поняли, не поняли? Вы хотите, чтобы на собрании говорить? Я хочу услышать от вас, какие пути решения этого вопроса вы предлагаете в городе для людей, которые не в состоянии платить? Для этого, понимая, что вы проводите еженедельно мероприятия, которые по сути не имеют отношения в городе Черне. И призваны, наверное, расшатать ситуацию прежде всего внутри страны. И я не исключаю, что вы задание здесь выполняете. Значит, я для того, чтобы дать пояснение, кто на что влияет в городе Черне, на территории, я вызываю руководителей генерации.